в Паттайе сейчас 10 часов вечера. Смотрите, какая движуха в центре. Торговый центр, которого мы сейчас догуляли пешочком вдоль набережной, называется терминал 21. Здесь очень красивая наряженная елка, огромная, большой торговый центр. Как ориентиры, если вы будете искать это место, здесь стоит огромный самолет возле торгового центра. Ну и елочка, естественно, новогодняя. А здесь, судя по всему, ночной рынок. Пойдемте посмотрим, что на нем есть. 290 бат, коробочка вот такая, морепродуктов. Там внутри. Ой, там краб. Непонятно, что здесь внутри есть, но там у этого краба. Вот какие-то кусочки мяса тут разложены. Кстати, все безумно улыбчивые. Особенно, когда они видят, что ты собираешься у них что-то купить. Они прямо расплываются в улыбке. Сейчас будем пробовать, какие они на вкус. А мне положи, пожалуйста, роллов несколько, всяких разных. Поменьше, это слишком большие такие. Долго есть. Так, вот таких парочку, таких маленьких. Клади. Это я себе выбрал. У меня тоже такой, положи, попробуй. Еще одну положи. Еще одну положи такой сюда. Я тебе сейчас отдельно выберу. А, хорошо. Так. Глаза разбегаются. Все хочется попробовать. How much one piece? How much one piece? One piece 20? Yeah, this one, yeah. Эти по 10, вот эти с верхней по 20, одна штучка. Вот такой мне положи. Таких парочку. Ну, по одному. Ну давай по одному я буду пробовать. Все по одному клади. Черный, красный. Вот в этом, что это такое, миди или что там у них, ракушки. Хорошо. Thank you. Okay, thank you.
друзья, всех вас поздравляем с наступающим Новым годом! Ну что же, мы зашли, перекусили, теперь можно гулять дальше. Куда пойдем? На набережную опять? Пешком по набережной пройдем? Можно. Давай доедем туда, в центр, к набережной, и там прогуляемся. Мы добрались до самой популярной улицы в городе Паттайя. Улица называется Волкин Стрит. Ой, что здесь творится вечером. Ой-ой-ой-ой-ой. Пойди не покажу, что происходит в ночном клубе. Давайте зайдем в Индусский клуб и посмотрим, какая там дискотека. Индусы бьют все рекорды по шоу.